Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами боксом. Называется Кракликс. Увеличите доход с помощью Кракликс. Здесь все на русском языке. Прочитайте. Статистика здесь. Здесь пополняют на рекламку. Вот. Ну и вывод. Видим, здесь вроде как от 1 рубля. Сейчас будем смотреть. Я зарегистрировалась вчера, просмотрела просто рекламку. Ничего не делала. Значит, начать сейчас. Кликаю. Регистрация. Логин. Email, пароль. Разгадывайте капчу. Кликайте зарегистрироваться. Вход по имейлу и паролю. Войти в аккаунт. Наша статистика. Я вчера просмотрела, значит, всю рекламку. И у меня было сколько? 9 рекламок я просмотрела. И вот у меня такая сумма вышла. 35 копеек. Я считаю, неплохой доход за серфинг. И здесь статистика. Вот я зашла вчера 15.03.18.00. Вот. Это баланс покупок. Это баланс вывода. Естественно, я еще ничего не выводила. Значит, идем, что нужно сделать? Настройки. Я ничего не делала, как бы, чтобы сделать все сейчас, показать в режиме онлайн. Значит, активация аккаунта. Для активации нажмите кнопку ниже. Вам на почту придет ссылка для активации. Вам нужно перейти по ней. Кликаю «Отправить ссылку» на синюю вкладочку. Так, на ваш email была отправлена ссылка на активацию. Идем на email. Нужно активировать почту. Кракликс, верификация. Значит, подтвердить email. Подтверждаем. Все, вы успешно активировали свой аккаунт. Тогда я закрою. Теперь здесь платежные реквизиты. Payeer, Kiwi, Юмани, Advanced Cash. Ну, не знаю, я Payeer. Проверяем. Сохранить. Все, Payeer сохранен. Так. Иду опять в кабинет пользователя. Значит, давайте посмотрим вывод у нас какой. Значит, минимальная сумма рубль 10. Количество. Так, комиссия при выплате 2%. Угу. Понятно. Но рубль, я думаю, 10. Здесь с учетом того, что я 35 копеек тут заработала, да? Вчера вот 9 рекламок, сегодня вот 8 рекламок. Вот. И как бы. Можно быстро набрать минималку. Значит, здесь будем кликать Payeer, но это потом будет это все показано. Значит, Telegram-чат. Можно присоединиться. Я не буду. Пополнение баланса, ребятки, это кто будет давать рекламу, естественно, да? Пополняйте. Здесь недорогая реклама. Сейчас все посмотрим. Выплата заработка. Я вам показывала. Значит, ежедневный бонус. Кликаем. Значит, что нужно? 4 баннера. И получаем бонус. 1, 2, 3, 4. Перейти на 4 баннера. Переходим. Возвращаемся. Переходим. Второй. Третий. Четвертый. И появилась вкладочка «Получить бонус». Получаем бонус. 2 копейки. Да, закрыть эти вкладочки. Так, бонус получила ежедневный. Далее идет серфинг сайтов. Так. Что-то здесь нет у меня серфинга.
написано 8. А, серфинг. Вот так кликаем сюда. И нет у меня серфинга. Нет ссылок для просмотра. Ну, возможно, они появятся позже, так как я вчера просмотрела. Вот. Обновляется раз в 24 часа. Посмотрим. Значит, здесь добавить ссылку. Здесь, значит, что? 1000 просмотров 40 рублей. Мне вот это не подходит, так как здесь нет активного окна. Если я буду рекламить, то за 60 рублей 1000 просмотров. И чтобы было активное окно. Потому что если человек захочет зарегистрироваться, как он будет регистрироваться, правильно? Значит, придумаем название, адрес ссылки, выбираем какой тариф, вот, и добавить ссылку. Но при этом надо пополнять баланс. Ну и за 80 рублей. Здесь уже 60 секунд, это много, я не люблю. Когда много, большой таймер такой. Значит, задание есть. Но задание я не выполняю. Я не люблю эти задания. Есть только серфинг. Так, мультисерфинг. Значит, внимание, зачисление за просмотр рекламных материалов осуществляется на ваш счет мультибукс. Это значит, чтобы надо вот этот мультибукс зарегистрироваться здесь, тогда можете просматривать, и как бы вам пойдет зачет. Я не буду. Вот у меня есть серфинг. Значит, добавить серфинг я вам показывала. Добавить задание. Значит, партнерская программа. Находится партнерская ссылочка. Свою я оставлю в описании под видео. А вернее, в закрепленном комментарии. Что еще здесь? Автореферал. Значит, что, если вы хотите? Так. Активированная функция автореферал позволит вам получить еще больше рефералов в свою партнерскую систему. В общем, читайте, изучайте. Это платная. Активировать на 7 дней, активировать на 30 дней. Вот. Ну и все. И выход из аккаунта. Вот такой вот букс. Кому интересно, заходим. Не интересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. Будет что на вывод, как наберу. Обязательно проверю на вывод. Запишу видео по выводу. До новых встреч.